действительно. Что вам больше нравится? Вот, от чего вы получаете настоящее удовольствие и с удовольствием приходите и занимаетесь этим делом, утром просыпаетесь ради того, чтобы прийти на это занятие? Знаете, это, наверное, все-таки съемки. Это, наверное, все-таки съемки, да, потому что еще же было актерское мастерство. Вот, я подпитываюсь этим, это такой выплеск адреналина, это непередаваемое чувство. Но, наверное, все-таки я остановлюсь в своей жизни, наверное, на сцене. Ну, я так думаю. Во всяком случае, в ближайшие 5 лет это надо сделать, потому что... То есть через 5 лет мы увидим вас уже на сцене? Возможно, да, я уже сейчас иногда появляюсь на телеэкране, но, скажем так, это минимальные заслуги на сегодняшний день, на этот период времени. Я хотела бы добиться большего успеха. Не знаю, может быть, когда-нибудь, когда я стану 140-летней, я напишу книгу о том, как это было. Я желаю вам удачи и верю, что у вас все получится. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания, все. Как это? Это тоже наш полноценный член нашей команды, что? Там еще усики приделают. Сам говорил и стоишь. Конечно, за километр. Не, я перед камерой стесняюсь. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, чем вы занимаетесь по жизни? Ну, на данном этапе я фотограф-видеооператор. Это как бы работа такая у меня. Или вы про увлечение спрашивали? Про увлечение тоже. Ну, увлечение, хобби, как бы, это фотография, ну, фотография, видеографика, также, наверное, психология. Вот. Психология, это очень интересно. Давайте поговорим немножко о психологии. Тьфу-тьфу-тьфу, это мы вырежем. И чем вы занимаетесь в психологии, что вы изучаете? Ну, на данный момент я изучаю журналистику, а до этого я изучал NLP-практик, грубо говоря. Я сертифицированный NLP-практик, магия речи, школа гипноза и даже немножко походил на мастерские классы NLP-практика. Это уже следующее, как бы после этого. Я вот не могу никак понять, почему я все время погружаюсь в какой-то транс во время интервью. Теперь я знаю причину. Это все ваша работа, правильно? Нет, это, скорее всего, что увлечение. Это как больше познание себя и окружающих, нежели использование на практике. Очень часто люди используют как бы запретные приемы в общении с людьми. И я это изучал в основном для самозащиты, а не для нападения. От кого? Ну, поскольку я фотограф, видеооператор, также как бы иногда бывает, что мне приходится искать заказчиков и общаться с разными родом людьми, и мне нужно очень быстро адаптироваться под определенную ситуацию, найти общий язык с тем человеком, с которым мне нужно. А иногда попадаются, ну, не очень приятные личности, ну и как-то приходится иногда от них защищаться. Иначе там в начале дня попадется какой-нибудь неприятный человек, и ты такой кислый к следующему пошел. Понятное дело, ты уже ни о чем не договоришься. Мне интересно, а вы не хотите поделиться своими знаниями с остальными? Ну, в плане курса, преподавания? Ну, я преподавать, наверное, нет, не смогу. Ну, некоторые там советы, может быть, да, возможно. Смогу. Бесплатно? Ну, наверное, да. За это нужно деньги давать. Делай добро и бросай его в воду, оно добром к тебе вернется. Спасибо. Пожалуйста.